Всем привет, ребят! Всем приветики! Идем на кухню. Пошли. У нас Ванюшка спит. Мы долго сегодня как. Спит. Да, долго. Нам сегодня Димон дал поспать, так как сегодня у нас праздник в Каталунии, день Каталунии. Ну, в общем, Ванюшка не пошел у нас в садик. Потому что садик закрыт. Да, и мы, получается, выспали. Благодаря. Ну, я встала, я его покормила, я час с ним побыла. Но потом. Потом Димон его забрал. Вот. И мы сегодня Катюша видосик. Да, есть на видео. Вы же можете посмотреть на бьюти-канале. Распаковочка, все как вы любите. С примерочкой, с сравнением и с фотографиями с сайта. Красота. Кстати, вчера же. Нет, сегодня. Сегодня вышло видео на Sweet Home. Очень много отзывов. Огромное вам спасибо. Да, прям спасибо. Такой фидбэк, да? По-английски называется. Прям вообще. Очень-очень-очень-очень приятно, спасибо огромное. Многие спрашивают по поводу, что как-то маловато воды. Мы подумали, возможно, мы сделали какую-то ошибку, но мы еще раз посмотрели свои фактуры. Комар? И... Нет, или мошка? Мошка какая-то. И реально мы тратим 10 кубов всего воды. За 3 месяца. И это период в этом, точнее, карантине. То есть, когда мы в карантине весной, на карантине весной сидели, да, весенние были фактуры. Я не знаю, как, почему, но похоже, что мы не так много пользуемся водой. Ну, и тоже... А, и тоже, немаловажно, мы совсем забыли рассказать, и сами вообще забыли об этом. У нас в доме установлена, вообще не в нашей квартире, а во всем доме установлена система переработки воды. То есть у нас вода циркулирует одна и та же, она прочищается, и потом снова мы ее получаем в кране. Да, я думаю, за счет этого такой маленький расход. Я потом спущусь и схожу вниз, там вроде эта дверь открыта, где стоит эта установка, и покажу вам ее наглядно. Потому что иначе я не понимаю. Люди пишут, что они 10 кубов расходуют в месяц. Значит, скорее всего, это так нам экономит. Ну, потом, когда мы уже переедем в дом, немножко поживем и получим фактуры. Я обязательно тоже расскажу, насколько изменятся наши траты. Расходы в доме. И я вообще хочу показать вам фактуры за свет и за газ. Вот я хочу где-то вот тут вот прикреплю их, чтобы вы могли их увидеть. И таким образом вы сможете сами рассчитать от того, сколько мы израсходовали. Холодильник. Есть хочется. Вот, ну в общем. И вы можете все посмотреть и посчитать, высчитать. И я думаю, вы поймете. То есть... Мы ничего не выдумали, все вот реальные фактуры наши. Вот такой я приготовила обед. Грибочки только мне и Ване. Дима грибы не любит, то Ванечке грибы нельзя. Овощи тушеные и дорадо со специями. Потому что всем приятного аппетита. Вот умница. Какой молодец. Давай теперь вытирать. Подожди. Бери салфеточку и вытирай. Вот так, смотри. Вытираем. Быстро взрослеет, он опять начал активно играть этим домиком, у него получается вставлять, вытаскивать ключ, все открывать, закрывать, и там внутри же ящик есть, и он туда свою машину паркует. Еще было гениальным просто решением купить эту телегу. Огромное вам спасибо за совет.
вот в комментариях советовали эти тележки магазинные. Они это просто, вы посмотрите, он все это возит за собой. И чтобы вот рядом обязательно стоял. Просто гениально. Вот. Я бы не хотела такую яркую, хотела бы, может, просто белую или серенькую какую-нибудь, и уже чтобы были яркие игрушки внутри, но не было таких. Деревянная была, но она тоже такая тяжелая, мы не стали ее брать, и она ему не понравилась, он ее вообще не захотел возить даже по магазину, а эта ему прям зашла. Раздела ребенка, потому что у нас опять жарко, но всего на пару дней, потом у нас опять похолодание. Кстати, занимались мы с Ванечкой по тетрадкам, которые вчера мы забрали с почты. Я ему пока что ой, простите, камера сфокусировалась. Я ему пока заказала вот эти. Вот три тетради, но дала пока только две. Там для мальчика ему нравится развивашка. Но она с 2 до 3 лет. А и вот это вот с годик плюс. Вот, но пока просто он знакомится с картинками. И видели, он особо не рисует, именно не выполняет задания, а вот чисто рисует так, калякает, малякает. Ну и это тоже плюс. Он у меня, вот я ему показывала, что нужно делать. Вот он любит, пока он изучает и любит перелистывать это все дело. Да, сыночек, машинки. Вот, любит очень машины, поэтому я достала ему 2. И обычную, и вот для мальчиков. Почему для мальчиков? Потому что здесь все для пацанов. Тут куча строительные машины, и вообще обычные машины, и вот рисовать по дорогам, чтобы доехать до стройки. Ну, в общем, классно. Ламинированные страницы, можно рисовать и стирать. Плюс у нас еще есть доска. Бум! Упала, поднимай давай. Вот, так что вот такие вот у нас занятия проходят. Вот он сам любит сидеть, рассматривать. Бери свою телегу, поехали. А телега? А тележку? Забирай тележку. Бери, поехали. Так, а ты у нас что? Что тут отворишь? Тут очки. Я кофеёк делаю. Кофеёчек творишь? Давно не пили? Несет книгу. Тетрадь. Рабочую. Несешь тетрадь рабочую? Зачем ее грызешь, сынок? Зубы лезут, никак не вылезут. Да, сыночек, это грызть нельзя, Ванюш. Водичку будешь? Вот. Сейчас практикуем просто с обычного стакана. Да он ее так это, берет так, как будто это не стакан, а бутылка. Угу, не говори. Вот как раз таки то место, которое я хотел вам показать. Сегодня вот здесь вот у нас стоит приспособление, которое очищает воду. Вот оно называется. Вот так, по-каталански. Но самый прикол, что я думал, туда можно зайти, а оно закрыто на ключ. В общем, там постоянно какая-то штука стоит, и она... Я, насколько понял, и нам говорил сосед, что та вода, которая у нас входит в канализацию, она перерабатывается и заново нам подается. Насколько это я понял. Не знаю, как оно функционирует, как оно очищается, но вода в кране у нас всегда чистая, ничем не пахнет. То есть, я думаю, они это делают хорошо. Вот, и наверное, исходя из этого, у нас выходит так, что мы платим меньше за воду, если бы, наверное, у нас этой штуки не было. Вот, если бы мы сохраняли фактуры от наших старых квартир, что, закрыто? Не, открыто сильнее. То я бы мог сравнить и сказать, что сколько мы тратим. Но у нас этих фактур нет. Самокат. Они занимают очень много... Что? Самокат не забыл. Ой, прикинь, забыл. Самый прикол в том, что фактуры мы выкидываем, когда съезжаем с квартиры. То есть какое-то время это еще сохраняем, потому что мало ли потом нам скажут, а вы там какую-то фактуру не платили. Для этого мы это все храним. Но определенное количество времени. Прикиньте, чуть самокат не забыл. Мне просто сейчас нужно съездить по делам, а потом я подключусь к Дине с Ванюшкой и буду с ними гулять. А Катя сейчас монтирует видео, у нее уже все отснято на сегодня, которое я снимал, и она его сейчас будет монтировать. Вот, и Ванек у нас обожает гулять, постоянно зовет, утром просыпается, и первое, что он хочет, это идти гулять. Он когда садик, он привык, что утром мы его отвозим, и он тусит где-то. И, наверное, поэтому он хочет утром
уходить из дома. Так как сегодня выходной, день Каталунии, вы посмотрите, сколько людей на площадке. А, жесть! Давно здесь только... Тесно. Давно здесь столько людей не там было. Невозможно в ванне побегать. Вон там люди столики поставили, стулья. Жесть, давно здесь такого не было в этом парке. Да. Ребят, мы катаемся на велике. И с нами еще Димон, он там сзади на самокате. Короче, проезжаем здесь рядом с гольф-клубом, и здесь очень прикольно. Это зона Сан-Хугата тоже, здесь только частные дома. Мы в этой зоне тоже искали дом, но, к сожалению, по нашему бюджету мы не смогли найти. Не смогли найти жилье. Спустились. И едем! Сынок, ты где там? Тебя не видно. Вот он, наш красавчик. Ты где там? О, вот так. А сзади Дима. Навигатор показывает, что нам... Направо, а направо там гараж, а здесь закрыто. А куда вообще ты хотел? Мы домой едем. Значит, надо туда возвращаться. Просто я не знаю. Тут некуда проехать. А, смотри, есть такая тропинка. Угу. Может, по этой тропинке сходим, посмотрим, что там. Пошли, пошли туда сходим. Давай. В общем, ребят, мы покатались. Хорошо, спасибо, Дим. Дима пошел домой, а мы решили погулять еще в парке. Тут столько людей. Короче, стало немножко как бы, ну, прошло немного времени, а людей меньше совсем не стало. Мне кажется, даже еще больше. Тут одна девочка за Ванюшкой бегает. Хотя слишком высоко. Высоко? Короче, тут одна девочка за Ванюшкой бегает. Это просто было так смешно. Он за меня прятался. Короче, он не привык к такому вниманию от женского пола. Все, побежал. Смотрите, сам теперь идет к этой девочке. Глазки строить. Вон девочка. А вон он. Сидит. Вон, видите, девочка сидит. Та она. Эй, куда убежал? Так, смотрите, ребят. Сейчас будет танец вечерний. Сынок. Ну-ка, 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 ну-ка. Класс! Ой-ой-ой-ой-ой! Там. А, мошка. Ну, пошли, пошли домой. Хочешь по лестнице? Пошли на лифте. Нет. Хочешь по лестнице? Ну, пошли по лестнице. Давай я тебе помогу. Давай я тебе ручку дам. Все, ребенок на кубе и спит. Очень
быстро уснул. А ну я, да, он как... так у нас это, погулял хорошо. Погулял папа с Димой, постарались. А я тем временем смонтировала видео, сделала фоточку, вот приготовила ужин. И приготовила сегодня на ужин картошку с курочкой. У нас картошки очень много. Вы не представляете, как пахнет. Но вообще, когда готовишь курочку в духовке, всегда такой запах на всю квартиру. Я обожаю этот запах, у меня сразу такой... флешбэк в детство. Детство? Не знаю, мы в детстве очень часто ели курочку. Да, это очень вкусно. Как пахнет. Так, ну что, накладываем. Картошечка приготовилась? Да, маленькая. Бывает, какой-то сорт картошки покупаем, который очень долго готовится. Оставшийся хлебушек. Угу. Да, хорошо. Что будем пить? Давай сидр. Мы давно ничего не пили. На двоих попьем. Да, давай. Я буду. Что я весь не выпью. Ну, не хочу весь. Угу. Ну, всю бутылку, я имею в виду. Да, они плюс еще 0,4. Большие. Да. Ужин получился нереально вкусным. Уже поужинали. И сейчас буду я умываться. Умываться, в пижамку переодеваться и с патинки ложиться. А Ваня пойдет ложиться. Ваня пойдет монтировать вложек. Так что, ребята, всем спокойной ночи. И всем пока-пока.